Олег Лукьянчук в областном онкодиспансере человек не новый. Он проработал здесь 15 лет, после чего ушел преподавать в медицинский университет. Вернулся в родные стены онкодиспансера уже в качестве исполняющего обязанности главврача. Медик рассказывает, ситуация с раковыми заболеваниями катастрофическая. Надо уже, наверное, говорить об онкоэпидемии. То есть Одесская область занимает одно из первых мест в Украине и в Европе по онкозаболеваемости и, естественно, смертности. То есть вы понимаете, что за 1-2 года эту ситуацию не перегнуть. Но это необходимо делать и делать уже сейчас. Облгосадминистрация объявила конкурс на должность главного врача Одесского областного клинического онкологического диспансера месяц назад. В нем приняли участие 11 специалистов. Первым делом новый главврач планирует создать эффективную систему онкообследования. Это онкопрофосмотры. Организация онкопрофосмотров. У нас нет декретированных форм населения. Нам надо будет заниматься созданием системных программ осмотра населения, ранней диагностики и профилактики, и создание локальных центров диагностики. Кроме того, в ближайшее время онкодиспансер перейдет на частичный хозрасчет. Это позволит восполнить недостаточное финансирование из госбюджета и предотвратит коррупцию среди врачей, уверен Лукьянчук. Также планируется активно привлекать к работе спонсоров и сотрудничать с благотворительными фондами. Светлана Меркулова, Владимир Кацман, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.